Так, на часах 7:20 утра, и сегодня мы собираемся, вернее, я собираюсь ехать в Рокишкис. Нужно нам там забрать одно оборудование, поэтому выезжаем рано, чтобы весь, ну, в принципе, весь день на это и потратиться, но выезжаем лучше рано, чем позже. Вот мы и добрались в Рокишкис. Там находится молочная фабрика, сырная фабрика вроде бы, как точно я не помню, молочная Рокишка. И еще здесь один маленький заводик, ну и здесь автобусная остановочка. Мы покушали в кафешке там, на удивление, за комплексный обед, первое и второе, всего лишь 2 евро. Потом вообще то Итак, загрузили мы нашу литейную установочку. Вот, ну, влезла она. Машина вместительная. Вот, все закрывается. Вот так вот. Какой у нас туман. Туманище. Вот какой. Не знаю, видно на камере или нет, но туман хороший такой. Опа. И машинка примерзла. Или что с ней? А, она вся в тумане. Какая у нас красивая осень. У нас уже бабье лето. Наконец-то наступило. Вчера было плюс 19, так тепло, даже особо курточку не одевал, просто там в пиджачке походил. Сегодня утречком уже туман, правда сейчас плюс 8, но сегодня обещают тоже тепло. Что радует, еще есть последняя неделька насладиться теплом, и потом уже будет зима. Ну, а мы едем, как всегда, в университет, будем работать. Работать и еще раз работать. Ну, что вы сделаете? Такие уже они, рабочие будни. Итак, пришла мне какая-то посылочка с Китая, даже не знаю, что это. Но вроде бы она уже вскрывалась где-то. Это можно, наверное. Потому что здесь просто приклеено скотчем. Вот реально. Приклеено скотчем. Чисто подписи даже, ну не знаю, может вдруг на таможне здесь в Литве скрывалось, но я сомневаюсь, что так ее запечатывали, потому что, сейчас покажу, ну да, потому что она распечатана, вот видите, она разрезана просто. Ё-моё, это в багажник. Это я заказывал в багажник липучки. Это, ребята, чтобы не соврать, я их заказывал, господи, наверное, полгода назад. Я про них уже забыл, я подумал, а, не пришли, значит, не пришли, ну и фиг с ним. А где они нашли эту посылку, я не знаю. Получилось вот как-то так. Теперь бутылочки не будут ездить. Это овсянка я на работу взял. Если вдруг когда-то перекусить надо будет, заберу потом. Ну, надеюсь, теперь вот эти все бутылочки, они не будут ездить по салону, и оно не отравится. Ну, попробуем. И ящик тоже так прикрепил. Теперь он вроде стоит. Ну, тоже буду надеяться, что все будет хорошо, потому что вот эти натяжители, ну, как-то неудобно их. Причем только желтый. Можно поперек сделать, все остальные не дотягивают. Багажник длинный очень. Ну, как-то вот так получается. Поездим, посмотрим, попробуем. Всем доброе утро. У меня сегодня случилась пятница. Осень у нас, тепло. Не знаю сколько, но тепло. И сегодня я снова еду
представляет свой факультет на дне открытых дверей. И у меня сегодня опять здесь лазер. Мы сегодня купили маленький матрас одноместный, насосик и пытаемся разобраться, как это все накачать. Мы ждем гостей, Сашиных родителей. Мы так основательно подготовились, там под полотенцами уже картошечка запеченная. Пока квартиру не сняли, пока так. Да, думали снимем, но вот выкручиваемся из ситуации. Покажем, как накачаем. Как-то так мы накачали, получается, 4 спальных места у нас будет. Выкручиваемся из ситуации как можем, потому что, мы искали квартиру, хотели снять, но подходящих вариантов не нашли. Аж снимать что-либо просто так, чтобы успеть, это не вариант, потому что нам потом все-таки там жить. Как-то так получается. И вообще поездка получилась спонтанной. Мы узнали о том, что они приедут буквально 4 дня назад. И вообще они планировали эту поездку 4 дня назад. За один день. Как есть, так есть. На первое время так. Поскольку они приезжают все равно на буквально там два. Они говорили 2 дня, может 3-4 задержим их. И надеемся, потом приедут на дольше. Пока так. Сейчас будем ложиться спать, потому что в 4 утра ехать встречать. Поезд приезжает в 4:30. Я поеду встречать.